Ну вот, четвертое южное окно. Что здесь растет? Здесь растет петунья, здесь комнатный жасмин и опунция. Опунция у меня около 10 лет. Раньше всегда была дома. Сейчас последние 3 года я стала выносить ее на улицу. Она очень хорошо там цветет. Дома обычно цветочек 2, а на улице прям так много, больше десятка цветиков. Что интересно, хвостики эти маленькие несколько отвалились от сильного ветра. И не знаю за какое время, но они проросли. Сразу не вымела. На земле смотрю, дерг-дерг. Оказывается, проросло. Она выходит на улицу, жасмин, ну и, естественно, вот такая петунья тоже будет на улице. То есть это окно остается пустым. Видите, ложечки с водой, ну, ложечки возле жасмина и возле петунии. Жара, хоть какое-то увлажнение воздуха. Про опунцию пишут, что такое прям замечательное, как алоэ, растение. И можно и от запоров, и для мужчин, и всякие антибиотики, и животным, и рыбам. Прям чудо. Ну, ни разу не пробовала. Ну вот, обзор южных окон закончен.